Рада всех приветствовать на моем канале. Вы знаете, поливала тут свои орхидеи. Вот он мой шиллер, цветонос. После того, как я сломала, все-таки он решил цвести. Смотрите, сколько дает боковых ответвлений. Вы знаете, я стала замечать, что цветонос, вот он уходит сюда, под полку. Здесь у меня лампа идет. Смотрю, такой толстый-толстый. Сейчас обнаружила, что у нас здесь не что иное, как детка. Сначала подумала, может быть, просто листики, продолжится дальше цветонос. Но нет, это детка, это детка. Ой. Знаете, когда ты чего-то очень хочешь, то оно само идет тебе в руки. Это тот случай после опыления и после того, как я посеяла, взрастила часть и продолжаю взращивать часть сеянцев этого замечательного растения. Вот он дал деть. Очень этому рада. Прям несказанно. Будет прикольно, если он еще и процветет вот из этих боковых ответвлений. Так что вот такие у меня новости по моему шиллеру. Кстати, одна детка во фласке что-то сгнила, можно так сказать. В принципе, среди общей массы, общего количества это, считайте, ничто. Так что будет прикольно, если я смогу его размножить вот так. Я давно это хотела, потому что растение для меня очень важное, очень ценное. И хочу иметь еще одно такое, это точно. А я буду продолжать поливать своих красавчиков. Увидимся с вами совсем скоро на моем канале. Всех вас благодарю за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.